Игра состоится завтра, в субботу, на стадионе «Кубань». В составе российской национальной команды сразу три кубанских спортсмена – Тагир Гаджиев, Владимир Остроушко и Роман Ходин. Об этом журналистам рассказал Вениамин Кондратьев. Губернатор отметил, что наш край регулярно принимает международные и всероссийские соревнования по популярным видам спорта. Не первый раз краевая столица принимает матчи такого уровня. Весной этого года на Краснодарском стадионе уже прошли три матча с командами Испании, Бельгии и Грузии. Игры собрали свыше 20 тысяч зрителей. А завтра на поле выйдут три кубанских спортсмена из регби-клуба «Кубань». Будем болеть за наших. Важно, что на такие матчи приходят и взрослые дети. Тысячи мальчишек могут воочию наблюдать за лучшими регбистами планеты. Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс уже называет предстоящую игру испытанием для команды, ведь соперник – сборная Намибии, вторая по уровню мастерства команда с африканского континента.